За минувшие сутки незаконные армянские вооруженные формирования 9 раз совершили действия провокационного характера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Дважды были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении села Минкент Лачинского района с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе. Еще 7 инцидентов спровоцировали члены незаконного армянского вооруженного формирования, обстреляв из оружия различного калибра с перерывами с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, позиции ВС Азербайджана в Тертарском, Агдамском, Хаджавенском и Хаджалинском районах. Во всех случаях в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, огневая активность противника была подавлена. Говорится в сообщении. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.